Здравствуйте, коллеги. Представлюсь. Меня зовут Зубкова Екатерина Дмитриевна. Я ведущий методист группы компании «Просвещение». Моя специализация – математика. Но вот сегодня как таковой математики может быть, вот как я люблю обычно делать разбор заданий каких-то, решать задачи, сегодня, наверное, я этого делать не буду, потому что мы будем говорить именно о отборе, наборе в профильные классы, о предпрофильной подготовке и о том, какая, собственно, математика существует сейчас в профильных классах. Тема, на самом деле, достаточно актуальная, потому что как раз сейчас уже, наверное, во многих школах прошли элективные курсы именно в девятых классах, которые обычно традиционно ведут психологи, классные руководители именно по выбору дальнейшей профессиональной направленности. И, наверное, уже начались предметные у вас элективные курсы. И школьники уже потихонечку, я имею в виду девятый класс, готовится к выбору экзаменов для итоговой аттестации, но, в принципе, мы знаем, что математика и русский – это те два предмета, которые школьники будут сдавать обязательно. В конце этого года учебного по планам вернется у нас прежняя аттестация, и помимо двух обязательных экзаменов по русскому и по математике, школьники будут еще два экзамена по выбору сдавать обязательно. Но экзамен, основной государственный экзамен по математике – это не только проверка усвоения стандарта школьниками, но и по результатам этого экзамена происходит как раз отбор в профильные классы. Мы с вами знаем, и об этом чуть позже я еще раз это напомню, что математика на профильном уровне сейчас по новому стандарту среднего общего образования изучается практически во всех профилях, на углубленном уровне изучается, кроме гуманитарного и одного из вариантов, представленного в примерной программе универсального профиля. Не первый раз уже я вот этот слайд включаю в свои выступления, в свои презентации, но просто потому, что это на самом деле важно. Нормативная документация – это самое главное. Не у каждого, может быть, учителя бывает возможность заглянуть и изучить нормативные документы, но, тем не менее, вот это тот минимум, который, собственно, должен быть у каждого учителя. Понятно, что это закон об образовании в Российской Федерации, нужно внимательно следить за изменениями и дополнениями, которые регулярно там происходят. Это стандарт. Напомню, что с 1 сентября 2022 года у нас мы будем работать по новому стандарту начального общего и основного общего, средний общий, пока у нас не так давно мы на него перешли. Это федеральный перечень учебников. Обратите внимание, федеральный перечень учебников на этом слайде – это ссылка на официальный именно документ о федеральном перечне учебника. И приказ о внесении изменений в федеральный перечень учебников. Примерная основная образовательная программа, сейчас об этом я скажу чуть поподробнее, чтобы было понимание, каким образом строится именно организация профильного обучения практически в любой школе, обязательно заместитель директора обращает внимание именно на примерную основную образовательную программу среднего общего образования, и на основании этой примерной программы уже формируется образовательная программа образовательной организации, вашей школы. И самые главные документы именно учителя-предметника – это, конечно, локальные акты школы, это все положения, которые регламентируют вашу деятельность. Это и положение о системе оценивания, и положение о рабочей программе учебного предмета, курса дисциплины, о корректировке рабочих программ, это сейчас очень важно, о ведении журналов, вы знаете, они сейчас либо электронные, либо бумажные, не должны дублироваться по указаниям Министерства просвещения, вы, наверное, знаете об этом. То есть все положения, которые либо на сайте школы опубликованы, потому что, как правило, это открытая информация, сейчас нет такого четкого перечня локальных актов, которые обязательно должны быть на сайте школы. Поэтому, возможно, вы можете не увидеть на сайте вашей школы положение, например, о рабочей программе учебного предмета курса дисциплины. Это не является таким обязательным. Но положение это наверняка есть в вашей сетевой папке, в вашей образовательной организации. Если вдруг вот вы, молодой учитель, приходите в школу, то непременно нужно попросить определенные перечни положений локальных актов у администрации школы, потому что именно по этим документам вы работаете.
работаете по этим документам, вы и строите свои рабочие программы, свое календарно-тематическое планирование как раз на основании в том числе и годового календарного графика, который может меняться в течение года, ну, в связи с различными обстоятельствами, независимыми от образовательной организации иногда. И на основании этого мы в конце отчетного периода делаем корректировку рабочих программ. Что важно, вот обратите внимание, на этот слайд я специально вынесла пункты из статьи закона об образовании в Российской Федерации, которые показывают вашу самостоятельность, уважаемые коллеги, в школе. Это важно, потому что до сих пор иногда приходят на нашу почту, на горячую линию вопросы, как нам быть, как нам составить, мы не имеем права составить тексты контрольных работ, мы не можем сами составлять тексты самостоятельных работ. На самом деле это не так. Каждый учитель имеет полное право тексты внутренних контрольных работ делать самостоятельно. Я, когда начинала работу в школе, мне не хватало тех сборников дидактических материалов, где было там где-то два варианта контрольной работы, где-то четыре. Мне этого было мало. И всегда я делала так, чтобы было, ну, по крайней мере, 8 вариантов, не меньше. И, в принципе, это совершенно нормально и правильно, поэтому у учителя всегда есть определенная самостоятельность в этом вопросе. Обратите внимание, вы сами можете использовать средства метода обучения и воспитания. Кстати, напоминаю о том, что сейчас в вашей школе, в каждой школе есть программа воспитания, и ваша работа должна каким-то образом сочетаться с той программой воспитания, которая есть у вас в школе. Здесь в этом страшного ничего нет. Поверьте мне, все, что вы делаете на уроке, 100% сочетается с той программой воспитания, которая действует в вашей школе. Обратите внимание, вы можете сами составлять тематическое планирование по примерно программе, самостоятельно составлять. Не обязательно, это примерные программы, не обязательно они должны повторять слово в слово. Вы можете менять количество часов на свое усмотрение, в зависимости от уровня подготовленности вашего класса. Вы всегда можете это делать. И в том случае, если вы просто меняете количество часов, если никаких серьезных кардинальных вы изменений там не делаете, вам даже не нужно, это не авторская программа. Это просто ваше тематическое планирование, которое вы делаете оптимально для себя и для того класса, с которым вы работаете. Понятно, что есть определенные ограничения, как, например, вы не можете переносить темы из одного класса в другой, то есть из 8 класса в 7, из 7 в 8, тем более. Это, ну, не стоит этого делать, этого делать просто нельзя. Но внутри класса вы вполне можете подтягивать какие-то темы, может быть, пораньше или попозже, наоборот, ставить, по своему усмотрению, потому что это именно ваша работа. И вот этот последний пункт, который вы здесь видите, то, что каждый учитель имеет право участвовать в разработке образовательной программы школы, в том числе даже календарного учебного графика. Обратите на это внимание. Вы можете это делать либо в рамках вашего методического объединения, если вы руководитель школьного методического объединения, тем более, вы все вместе образовательную программу школы и разрабатываете. Так же, как и выбор учебников. Обратите внимание на следующее. По-разному мы можем относиться к тому, что дистанционные образовательные технологии вошли уже и заняли свое место в нашем образовательном процессе, учебно-воспитательном процессе. И обратите внимание, что это не то, что появилось только буквально 2-3 года назад. Федеральный закон об образовании, вот вы видите здесь, от 29 декабря 2012 года, и в статье 16 уже тогда была закреплена возможность использования электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. И если мы с вами вспомним, конечно, это не было так глобально, как вот в последние, может быть, 2-2,5 года. Но, тем не менее, электронной почтой мы пользовались, электронные дневники уже тогда начинали появляться потихонечку. Посредством школьного сайта мы все равно взаимодействие со школьниками осуществляли, в том числе и в периоды вынужденных каникул, например, там по эпидемиологической обстановке, например, по ОРВИ и гриппу, или по морозам, такое тоже бывало. В эти моменты мы не просто прощались с детьми и никак не взаимодействовали, а мы также выкладывали домашние задания и какие-то дополнительные материалы, в том числе и с помощью социальных сетей. Очень хорошо тогда начали использовать различные социальные сети, именно для взаимодействия со школьниками, вот тогда уже. То есть это не новинка. Как я уже говорила,
рабочую программу курса дисциплины, которую вы делаете летом перед началом каждого учебного года, вы делаете на основании программы, примерной программы общего, основного общего образования, основной образовательной программы взятого вот с ресурса, который вы здесь видите, ссылку на который вы здесь видите. Это в госреестр. Обратите внимание, здесь несколько вкладок. Нас интересует прежде всего первая вкладка «Примерные основные общеобразовательные программы». И теперь в последний момент, в последнее время нас также, должны, как учителей предметников, может заинтересовать вкладка «Основные образовательные программы в части учебных предметов курсах дисциплин модулей». Дело в том, что теперь уже на этой вкладке вы можете найти примерную основную программу по предмету математика, именно на базовом уровне. Я имею в виду ту программу по математике, которая вступит в свои права с 1 сентября 2022 года. Она уже здесь опубликована. Помимо того, что она опубликована на сайте Института стратегии развития образования в Российской академии образования, теперь она еще и здесь тоже опубликована. Вы ее здесь можете найти. Но мы говорим сейчас все-таки о среднем общем образовании в основном. Поэтому программу вы можете скачать непосредственно с этого слайда и в Word, и в PDF. А можете и выйти на официальный сайт госреестра и скачать оттуда. Но, в принципе, вот здесь прямые ссылки для вас. Что отсюда нужно брать, если вдруг вы собрались сделать программу самостоятельно, предположим? Новый ОМК какой-то вы взяли для того, чтобы сделать именно свою авторскую программу. Или просто не хотите пользоваться программами, которые уже есть, хотите сделать самостоятельно. В принципе, ничего сложного в этом нет. Я специально вот здесь отметила, из каких блоков именно формируется программа. Вот они, планируемые результаты. Предмет тоже обвела. Обратите внимание, вот они и результаты, содержание. И здесь же есть и фрагменты тематического планирования. Все здесь есть. И даже использование электронных средств обучения. Нас интересует математика. Математика может изучаться на базовом или на углубленном уровне, на уровне среднего общего образования пока в этом году. Со следующего года по программам основного общего образования тоже будет возможно уже абсолютно в любой образовательной организации вести обучение математике на углубленном уровне. Раньше, ну вот сейчас, это возможно только в школах с углубленным изучением отдельных предметов или в специализированных школах, лицеях, гимназиях. Теперь, вот с 1 сентября 2022 года, на углубленном уровне можно будет изучать математику в любой абсолютно школе, если вы это закрепите своим локальным актом, потому что вот это подразумевается. Но это опять я отвлекаюсь время от времени на основное общее образование, прошу прощения за это. Кстати, коллеги, если у вас будут возникать какие-то вопросы, и по программам основного общего, по программам среднего общего образования, пожалуйста, пишите в чате. Я буду, вот у меня чат открыт, я буду отвечать сразу, как только увижу от вас вопрос. Зачем здесь вот эта информация, как определяются учебные занятия за 2 года обучения? Эта информация скорее для заместителей директора, но они с ней знакомы. Ну и для учителя предметника это тоже полезно, потому что учитель примерно понимает, что это достаточно сложная задача составить именно учебный план вот на именно на 2 года. На 2 года он и составляется, не на 1 год, потому что именно на уровень обучения. И тоже, чтобы вы понимали, появился новый предмет у нас учебный, индивидуальный проект, он здесь отмечен, специально выделен, отмечен звездочкой. И вот этот индивидуальный проект, поскольку это обязательный и обязательно оценка за индивидуальный учебный проект отражается в аттестате в среднем общем образовании, а аттестат предмет выносится только тогда, когда он преподается не менее 68 часов за 2 учебных года. Не менее, больше может быть. Это к вопросу, потому что иногда задают вопрос, что вот в программе написано 2 часа, то есть 1 час в неделю на индивидуальный проект, а у нас, например, в школе 2 часа в неделю на индивидуальный проект. Но это значит, что вам повезло, потому что ограничено именно только минимальное количество часов, а 2 часа в неделю – это лучше, чем 1, потому что у многих школьников именно выполнение проекта вызывает определенные сложности. Что же это такое изучение математики на базовом и на углубленном уровне? Вот обратите внимание, количество часов в неделю я здесь специально выделила. Конечно, этого мало.
Я полагаю и думаю, что вы со мной согласитесь, что на углубленном уровне 6 часов в неделю – это просто ну, ни о чем раньше. 6 часов в неделю – это было просто стандартное изучение математики. Теперь это углубленка, но, как правило, в школах находят возможности лишние часы все-таки для углубленного изучения добавлять за счет курсов по выбору, чаще всего это бывает, или иногда за счет регионального компонента. Такое тоже случается. На мой взгляд, изучение математики на углубленном уровне, для того, чтобы изучать математику на углубленном уровне, должно быть не менее 8 часов. То есть все, что меньше 8 часов, это, конечно, уже не углубленка. Базы вполне возможно, что 4 часов в неделю хватит, но мы прекрасно знаем, что могут быть такие подводные такие камни. И, может быть, и вы с этим тоже сталкивались, когда школьник изучает математику, предположим, на базовом уровне, и вдруг середина 11 класса, к тому моменту, когда нужно подавать заявление на выбор предметов государственной итоговой аттестации ЕГЭ, школьник вдруг понимает, решает, или с родителями они решили, что все-таки ему нужно сдавать профильное ЕГЭ по математике. Отговаривать мы и настаивать не имеем права. Если школьник делает такой выбор, то ну, что остается делать? Нужно просто каким-то образом это продумывать, потому что если школьник изучает математику на базовом уровне, он все равно, если школьник достаточно мотивирован, он может сдать на неплохой балл ЕГЭ для того, чтобы поступить, например, в вуз экономического, по экономической направленности. Вопрос. Индивидуальный проект, 3 часа. Так, Нелли Ильясова, отвечаю на ваш вопрос. За год 34 часа. За 2 года должно быть 68 часов. Если у вас, например, 10 и 11 класс, индивидуальный проект, у вас как раз за 2 года будет 68 часов как минимум. Поэтому 34 – это за год, это минимум. Меньше 34, как вот некоторые, например, ограничиваются только 10 классом. Я знаю, такое есть. Тогда мы, ну, вести-то, конечно, можно, но тогда этот предмет не войдет в аттестат, а в примерной основной образовательной программе и федеральном государственном образовательном стандарте как раз написано, что не менее 68 часов за уровень обучения, то есть за 2 года, должно отводиться на изучение предмета индивидуальный проект. Вот. То есть я думаю, я ответила на ваш вопрос. За год 34, за 2 года 68. Не имей больше можно, меньше нельзя. Вот здесь вообще написано 70 часов, но исходя из того, что 35-недельный учебный год у нас. Ну вот, как правило, у нас все-таки чаще всего 34 недели, но здесь 35, получается 70 часов за 2 года, как минимум. Так. Итак, вот это я тоже специально выделила прямоугольник для того, чтобы тоже избежать вот таких вот вопросов различных. Обратите внимание, примерные программы, которыми вы пользуетесь для того, чтобы составить свою программу, своего учебного курса дисциплины, здесь нет, именно я имею в виду программы среднего общего образования, по которым мы сейчас работаем, не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам обучения, 10-11 класс, я имею в виду, не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Это ваше уже дело. Вот стандарт основного общего образования, даже не стандарт, а программа основного общего образования, по которой мы начнем работать в следующем году, там есть разделение по годам обучения, но мы пока еще к нему не приступили. А среднего общего образования, математику имею в виду, здесь имеется в виду, поскольку мы о ней говорим, здесь нет разделения по годам обучения. Вот на это обратите внимание. У вас 2 года. Вот здесь вы можете переносить материал из одного модульно, использовать модульный способ, модульное построение рабочей программы. Когда это уместно? В разных образовательных организациях предмет математика преподается по-разному. Мы помним, что в принципе предмет математика разделяется на 2 учебных курса сейчас. Это алгебра и начало математического анализа и геометрия в рамках предмета математика, предметной области математика и информатика. В разных образовательных организациях существуют свои локальные акты, которые показывают, как у вас в школе ведется этот предмет. Есть модульный формат проведения предмета, то есть вы изучаете целый блок, например, алгебры и начала математического анализа, не разделяя по дням недели,
далее геометрия, потом опять алгебра и начало математического анализа. Вот такое модульное построение. А есть приближенные к старому нашему традиционному способу, когда, например, вот у вас 6 часов, 4 часа алгебры и начало математического анализа, и 2 часа геометрии. То есть там, ну, грубо говоря, спаренные уроки проводятся, например, по вторникам и четвергам у вас алгебра и начало математического анализа, а, например, в пятницу у вас геометрия. Два урока очень часто в старших классах объединяют, потому что это удобно, можно больше успеть сделать. То есть это, наверное, оптимально. Парами проводят уроки. То есть в некоторых школах так. Это удобно для школьников, он знает, когда у него алгебра и когда у него геометрия. И точно так же, как я знаю, многие учителя, которые ведут именно модульным принципом, говорят, что пока изучаешь такой блок по алгебре, школьники забывают о геометрии. Дальше начинаешь изучать блок по геометрии, они забывают, что было в алгебре. А если у вас распределено по неделе, то тогда удобно. Вопрос возникает, как вести журнал электронный либо бумажный, в зависимости от того, какой вы ведете. Но здесь тоже все это закреплено, поверьте, вашими локальными актами. Как это было вот в моей педагогической практике, когда я была заместителем директора. У нас было три разных странички, тогда был бумажный журнал, и только мы начинали переход на электронный. Было три странички. Оценка ставилась именно в предмет алгебра и начало математического анализа. Но была отдельная страничка по геометрии, где мы писали, ну, в журнале, понятно. И помимо того, был еще у нас один час выделялся на региональный компонент. У нас прям было написано математика, региональный компонент. На этих страничках выставлялись текущие оценки, а итоговая оценка, например, за год и там за полугодие, потому что по полугодиям было оценивание, выставлялась именно на странице алгебры начала математического анализа. Это было закреплено локальным актом по ведению журнала. И мы имели право это делать. Как только у вас это все утверждено, закреплено, вы можете это делать. Вот так мы делали. Но обязательно посмотрите, вы наверняка это знаете, как это происходит в вашей образовательной организации. Может быть, у вас один предмет, и вы на одной страничке пишете и алгебру, и геометрию. Это тоже допускается. И рабочие программы некоторые делают все-таки по отдельным курсам. А некоторые все сплошняком. Но здесь ничего сложного нет. Особенно в календарно-тематическом планировании вы просто переносите методом копирования и вставки и формируете свое календарно-тематическое планирование. Может быть, так даже некоторым и удобно. Вернемся к организации профильного обучения. Закреплено стандартом вот следующие профили обучения сейчас на настоящий момент времени. Есть научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. И следует отметить, что в универсальный профиль, это не значит, что туда идут школьники, которые слабо мотивированы, то есть которые плохо учатся, скажем так. На самом деле это такой профиль организуется для тех школьников, которые не смогли еще, и это нормально, определиться с своим дальнейшим жизнеустройством. Это нормально. Очень мало школьников осознанно делают выбор к концу, даже к середине 9 класса. Некоторые из нас могут поменять свой выбор в области профессии даже и во взрослом состоянии, что уж говорить о подростках. Поэтому как раз универсальный профиль позволяет построить индивидуальную траекторию развития школьника. Это как раз полезно. Нужно помнить, что любой учебный план, кроме универсального, должен содержать не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне и соответствующего профиля. На самом деле сложного ничего нет в том, чтобы построить учебный план, потому что есть примерные варианты, они опубликованы. По поводу индивидуального проекта. Тоже не нужно здесь ничего самим сочинять, потому что все прописано, вплоть до того, как может проходить защита индивидуального проекта, с привлечением каких специалистов, сетевая форма взаимодействия. Вот обратите внимание, какие могут быть области деятельности. Вот они, познавательные, практические, учебные исследования, социальные, художественные, творческие и так далее. Абсолютно любое направление. Выполняться он может, и это тоже здесь прописано, либо в течение 1 года или 2 лет в рамках времени, определенного учебным планом. Что это значит? Многие школы допускают защиту индивидуального учебного проекта в конце весной 10-го, в 10 классе, для того, чтобы разгрузить немного 11 класс уже для подготовки к государственной итоговой аттестации. Но это не обязательно.
Я думаю, что школьникам нужно давать все-таки возможность выбора, в 10 классе защитить или в 11. Помнить нужно только то, уже об этом говорилось, что если, например, вы в своей образовательной организации решили, что защита индивидуальных проектов проходит только в 10 классе, тогда у вас должно быть в 10 классе 68 часов, если вы в 11 классе не включаете это в учебный план. Но это скорее информация для заместителя директора. Я выделила здесь 4 профиля, в которых математика изучается на углубленном уровне. Я думаю, что вы познакомитесь с этим чуть позже. А вот здесь кратко на следующих слайдах, я не буду на них останавливаться, показано именно как набор предметов в том или ином профиле, на который уделяется большее количество часов. Здесь это отмечено. B – это базовый, U – это углубленный. Вы видите, что, вот, например, в технологическом профиле помимо математики углубленки есть еще информатика на углубленном уровне, видите, физика. И в качестве элективного курса есть еще возможность изучать компьютерную графику и биохимию, предположим, если это технологический профиль. Кстати, еще раз хочу сказать, что это пример учебного плана. Вы можете здесь менять количество часов, ну или, скажем так, ваш заместитель директора может менять вместе с вами. И обратите внимание, индивидуальный проект и достаточно много времени уделяются на факультативные курсы, 350 часов. Ну, может быть, и не очень много. Здесь вот поменьше. Естественно, научный профиль. Вот я сейчас пролистаю, у вас будет возможность познакомиться, когда скачаете презентацию, с каждым из профилей. Обратите внимание, как я и сказала, математика углубленка практически везде. Вот сейчас и социально-экономический профиль тоже требует углубленного изучения математики. Очень интересные наборы предметов для углубленного изучения в различных вариантах универсальных профилей. Вот посмотрите, иногда на самом деле бывают очень интересные моменты. Например, математика, алгебра, начало математического анализа и история. Почему нет? Вполне возможно, что такой тоже запрос может быть. Или русская литература и математика, биология. То есть различные варианты, а вы можете внутри вашей организации построить вообще свой вариант. Главное укладываться в часы от минимума до максимума. Лучше, конечно, брать по максимуму, это уже мой конкретный совет. Дальше, двигаемся дальше. Обратите внимание, я сейчас тоже не буду на этом подробно останавливаться, иначе я просто не успею сказать все, что я хотела бы сегодня вам показать. Это как напоминание о том, что у нас все-таки сейчас мы еще работаем в соответствии с концепцией развития математического образования в Российской Федерации. Мы пока от этой концепции еще не ушли, она именно в разгаре реализации, поэтому обязательно я решила сюда включить вот эти вот схемы, на которые я прошу вас обратить внимание, когда вы презентацию скачаете. Каким образом, с помощью каких ресурсов можно организовывать профильное обучение математике, углубленное изучение математики в школе. Надо сказать, что вот сейчас у нас очень большой портфель именно по математике. Больше ни по какому предмету, наверное, такого обширного портфеля нет. И если вы обратите внимание на преемственность, вы увидите, что у нас есть очень много учебно-методических комплексов, где преподавание ведется именно с 5 по 11 класс. Вот здесь преемственности на этих таблицах это показано. И есть возможность преподавания отдельно прям математики на базовом уровне. Вы видите, здесь есть такой учебник Вернер Карп. Это математика, интегрированный курс. А вообще практически любой УМК предполагает изучение математики и на базовом, и на углубленном уровне. Вот у нас прям сразу несколько таких линеек. Есть, которые только на базовом, а есть, которые только на углубленном. Также и по геометрии. Вы это видите, все номера в ФПУ здесь указаны для того, чтобы вы могли с ними познакомиться. И одним из таких УМК, где вот в преемственности можно это увидеть, это как раз УМК Мерзляка. Здесь с 5 по 11 класс, причем и алгебра, и геометрия – единый авторский коллектив. Причем преподавание возможно и на углубленном, и на базовом уровне, начиная с 7 класса. Вот абсолютно все потребности образовательной организации в области углубленного изучения математики вот этот комплект покрывает абсолютно все. Огромная методическая поддержка, в том числе и дидактические материалы, рабочие тетради, сборники контрольных работ, самостоятельных и проверочных работ. Есть
электронные формы учебников на знакомом вам портале Лекта. И самое главное, что есть рабочие программы и по базе, и по углубленке. И в поддержку вам Михаил Семенович Якир буквально недавно создал YouTube-канал, где разбирает в очень интересной манере задачи с 5 по 11 класс и по алгебре, и по геометрии, иногда именно с точки зрения нестандартных способов решения. Ролики небольшие, от 6 до 20 минут, и некоторые из них можно просто включать в учебный процесс именно на уроки прям непосредственно. Ну, разумеется, сначала, чтобы вы их посмотрели и увидели, можно ли это включать, уложится ли это в ваш план урока. Ну вот, тут даже есть и подготовка к ЕГЭ, задачи с параметрами, то, что очень востребовано школьниками. А вообще, у МК и по алгебре, и по геометрии, вот здесь на этом слайде вы видите то, что позволяет проводить обучение именно на углубленном уровне. Вот обратите на это внимание, наверняка вы здесь свою знакомую обложку увидите. Все сборники примерных программ здесь кликабельные, вы скачаете презентацию, сможете по каждой ссылочке выйти, это для бесплатного скачивания. Здесь же все по Мерзляку, все методички, которые вы тоже можете, авторизовавшись на сайте, скачать абсолютно бесплатно. А здесь 10-11 класс и алгебра, и геометрия, причем и базы, и углубленка, потому что профильное обучение мы все-таки организуем по различным профилям, и по некоторым профилям математика изучается на базовом уровне. Поэтому здесь для вас все бесплатные методички и по алгебре, и по геометрии, и база, и профиль. Буквально два слова по единому государственному экзамену, потому что, ну, так или иначе, все равно мы по запросу родителей, по запросу школьников все-таки готовим наших ребят к сдаче единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Контрольно-измерительные материалы ОГЭ 22 года не изменились, они остались прежними, а вот ЕГЭ по математике, он изменился и как базовый, и профильный. Содержательные изменения незначительные, буквально недавно у меня был вебинар на тему «Основные изменения ЕГЭ 22 года по математике 22 года». Там я говорила это более детально, более подробно. Сейчас на сайте Федерального института педагогических измерений демоварианты висят уже не в статусе, размещены уже не в статусе проекта, а уже официальные демоварианты. Без уже водяных знаков вы можете это скачивать и использовать в своей работе. Но я повторюсь, что содержательно задания, в принципе, остались практически, да не практически, а те же самые. Кроме тех заданий, которые появились новые, а их не так много. Наоборот, скорее больше убрали, чем добавили. Что-то объединили. Вы знаете, что изменилось количество заданий, где-то увеличилось. Там ЕГЭ профиль, оно уменьшилось, но вот вторая часть, она практически без изменений осталась, тексты заданий те же самые, поэтому демо-варианты именно в качестве ознакомления, а для подготовки, сборники для подготовки к ЕГЭ, я имею в виду именно вторая часть, вот предлагаю вам такие, я не могу сказать, что это прям новинки, потому что они уже пару лет назад появились, вот такие пособия Александра Владимировича Шефкина для подготовки к трудным заданием второй части ЕГЭ. Здесь названия говорят сами за себя. Вот обратите на внимание, здесь задачи с параметрами, с экономическим содержанием, с целыми числами. И то, что касается геометрии, тоже есть у нас всевозможные задачи геометрического характера, они тоже традиционно вызывают сложности, причем не только вторая часть, но и первая. Самая большая сложность даже может быть не в ЕГЭ, а в ОГЭ, потому что мы помним там, что обязательно надо хотя бы два задания по геометрии выполнить для того, чтобы перейти порог. Поэтому очень нужны, конечно, дополнительные материалы, помимо учебников для подготовки к ОГЭ по геометрии, для наращивания именно задачного материала. Здесь задачники представлены, знакомые нам геометрия Зиф-Мейлер, алгебра Галицкий, и отдельное внимание хотелось бы обратить именно на универсальные многоуровневые сборники задач, именно как пособие даже не только для подготовки к единому государственному экзамену, но и для подготовки, для работы со слабомотивированными обучающимися, такие, как ни странно, есть и в 10 классе, и в 11 классе. Может быть, школьники с пробелами знаний в 9 классе такое есть, там перешли из другой школы, где, может быть, математика была на чуть более низком уровне, такое есть. Так вот, можно
подтянуть математику у слабо мотивированных. А задания здесь есть такие, с помощью которых можно готовиться и к олимпиадам, в том числе и всероссийского уровня. Почему? Потому что вы видите здесь автор Иван Валерьевич, один из авторов Иван Валерьевич Ященко, который теперь занимается и олимпиадным движением по математике тоже, имеет непосредственное отношение к Сириусу. Заглянем внутрь каждого из пособий из этих двух. Обратите внимание, что внутри пособий нет ответов, они есть только на сайте размещены, и вот есть теперь и у вас, потому что с этого, с этих слайдов есть ссылки именно на PDF-файлы с ответами. Вы видите здесь вот оглавление сборника по геометрии, вы видите, что здесь есть планиметрия, 10-11 все-таки стереометрия, а планиметрическая задача второй части ЕГЭ, она не самая простая, там и доказательство, и расчетная, все-таки это сложновато. И с помощью этого пособия можно повторить и вспомнить планиметрию, которая изучалась с 7 по 9 класс. Например, вот она тема окружности, которая традиционно вызывает сложности определенные у школьников, а здесь еще окружность, совмещенная с треугольниками. От простых до уже интересных таких сложных задач, где есть и на доказательства, и на расчет. Ну, здесь мелко, я боюсь, что вы не увидите, но, скачав презентацию, приблизив, вы посмотрите. Почему? Потому что материала здесь, разумеется, больше, поскольку это алгебра и начало математического анализа. Также ответы по ссылке PDF-файл, вот вы его можете скачать. И вот на примере тригонометрии, потому что тригонометрия уже много лет теперь традиционно изучается в курсе алгебры и начала математического анализа, 10-11 класс, давно ее уже убрали из математики, из алгебры 8-9 класса, и она у нас осталась только в геометрии, именно когда мы изучаем прямоугольный треугольник, но мы в 9 классе еще немного тоже касаемся тригонометрии, там основное тригонометрическое тождество, теорема синусов, теорема косинусов, но в принципе именно алгебраический материал, он перенесен уже в 10-11 класс и давно, мы уже к этому привыкли. Так вот здесь, из-за того, что все-таки в принципе этот материал еще относительно новый у школьников, достаточно тоже много проблем вызывает на государственной итоговой аттестации. Здесь это есть, особенно именно исследование функций. Вот, именно тригонометрические функции, от простых до сложных заданий. Буквально пару слов о пособиях. Вот этого пособия, которое вы сейчас видите на экране, его сейчас раскупили, его нет, но можно нажать на кнопочку «Сообщить о поступлении». Значит, почему я решила об этом поговорить? По новым стандартам вероятности статистика у нас выделяется теперь в отдельный учебный курс. Это важно. По новым стандартам, по которым мы начнем работать со следующего года, будет у нас с 7, 8, 9 класс предмет математика, это будет один предмет, но разделен он будет на три учебных курса: алгебра, геометрия, вероятность и статистика. Традиционно вероятность и статистика у нас распределена, помещена в учебники по алгебре в 7, 8, 9 класс, но по новым стандартам будет один час в неделю с 7 класса, а по разным ОМК этот материал разнесен, ну, по-разному. Где-то в 7 классе, 8 вообще нет этого материала, по некоторым ОМК, только в 9 классе. Так вот, в помощь учителям есть такой задачник, например, автор Высоцкий Ященко. Обратите внимание на оглавление и вот на хотя бы именно примеры заданий, которые там есть, потому что вероятность и статистика – это не только классическое определение вероятности, сложение умножения вероятностей. Здесь еще и работа с таблицами, это тоже немаловажно. И вот, например, мы сразу видим подготовку к основному государственному экзамену. Это пособие есть в наличии сейчас на сегодняшний момент, разбирается оно очень быстро, совершенно уникальное пособие. Авторы тоже Высоцкий и Ященко, но если перед этим я показывала, это был именно задачник, то это можно назвать учебным пособием. Здесь есть и теоретический материал, то есть это как собеседник. Причем таким языком написано, что школьник может разобраться в тексте самостоятельно. Практическая направленность, обратите внимание, начинается с простого: таблицы, диаграммы, статистика. И дальше уже с каждой следующей главой все интереснее и интереснее, вплоть до математического ожидания и так далее. Тоже из этого пособия, обратите внимание, задачка. Я не стала ее полностью показывать. Мне кажется, вам самого вот этого текста будет уже достаточно, чтобы посмотреть, что это такое. Так, ну, я сейчас пропущу ряд слайдов. Почему?
вы видите, это индивидуальный проект. Я просто об этом уже говорила, а мне интересно сейчас успеть за ближайшие 5 минут показать два цифровых сервиса, достаточно интересных, полезных именно для организации, вот, в частности, работы над индивидуальным проектом в 10-11 классе и вот именно с использованием электронных форм обучения. Это цифровой сервис лаборатории проектов. Вы можете ознакомиться подробнее, нажав вот на кнопочку «Узнайте первыми». И я в двух словах, просто, ну не в двух, объясню. Ну, я уже актуализировала именно потребность. Индивидуальный проект в каждый выпускник должен защитить. А для того, чтобы быть готовым к реализации и защите индивидуального проекта, конечно, проектная работа должна вестись со школьниками, ну, наверное, начиная с начальной школы, ну уж точно с 5 класса. То есть это непосредственная потребность. Не всегда у каждого учителя и у каждого ученика, разумеется, есть именно навык работы над проектом. И вот этот цифровой сервис, про который я сейчас говорю, здесь как раз именно сервис по обучению проектной деятельности школьников. Ее можно внедрить непосредственно в учебный процесс на уровне администрации школы. То есть администрация школы здесь может контролировать полностью всю проектную работу в школе, смотреть, все ли школьники охвачены проектной деятельностью, нет ли перегруза, например, у какого-нибудь учителя. Личный кабинет, здесь взаимодействие между учителем, то есть тьютором и учеником через личный кабинет. Никуда дальше, никто дальше переписку учителя и ученика не видит. То есть это именно через личный кабинет и взаимодействие. Это колоссальная мотивация, потому что школьник может использовать на начальном этапе работы с проектом готовые проекты под ключ. То есть полностью абсолютно выполненный проект, и школьник идет по шагам, его выполняя. То есть именно учится для того, чтобы, например, в следующем году уже попробовать сделать самостоятельно. Может быть, тема есть, цели и задачи поставлены, а наполняет этот шаблон школьник уже сам под руководством учителя. И есть уже просто отдельный конструктор, где уже школьник делает все с нуля абсолютно сам полностью. Вот таким образом. Пока охвачены 3 образовательные ступени с 5 по 11 класс, но в планах охватить и начальную школу в том числе. И вот обратите внимание на направление проектной работы, они полностью совпадают с тем, что мы видели с вами в федеральном государственном образовательном стандарте. И 3 минуты у меня осталось, и я буду завершать. Хотела представить вам цифровую платформу «Профилум», с помощью которой можно и предпрофильную подготовку в школе осуществлять, и профильное обучение. Здесь эта платформа именно для профориентации и выявления талантов и способностей школьника. Талант имеется в виду здесь не именно в плане одаренности, а именно способности к той или иной сфере деятельности. Даже здесь не предметная область имеется в виду, а именно направленность. По QR-коду вы можете выйти на сайт именно этого проекта «Профилум», ознакомиться поподробнее, что это такое. Здесь есть личные тоже кабинеты ученика, классного руководителя и директора. Очень интересная методика, потому что анкетирование, предположим, с привлечением методик, разумеется, уже и апробированных, разработанных опытными экспертами, проходит анкетирование ученик, то есть ребенок и родители, и потом это можно сопоставить, знает ли родитель своего ребенка, и школьник тоже на основании вот этих вот ответов на вопросы анкеты получает для себя перечень, не просто одну какую-то профессию, а именно перечень направлений, в котором, ну, вот, по его талантам, куда его распределили. Дальше школьник может добавить интересующую его профессию себе в копилку, в портфолио, и по каждой профессии ему предлагается посмотреть ролики, прочитать, например, известных представителей той или иной профессии, даже пройти курсы определенные, бесплатные, по этому направлению. Все это, разумеется, формируется на основе исследований рынка труда и именно на тенденциях развития рынка труда. А директор, разумеется, видит общую картину, и проще формировать отчеты в школе, которые постоянно запрашивают в конце каждого года по профориентации в том числе. Вот здесь подробно все написано, 40 блоков вопросов, я сама в эти вопросы заглядывала, мне было очень интересно именно как родителю это посмотреть. На самом деле очень интересная методика, вот здесь конкретно написано, что
получит классный руководитель, директор и педагог, психолог, потому что сейчас тоже психологи занимаются профориентационной работой в школе. Есть специальные люди, я знаю, в некоторых школах именно специалисты по профориентации, потому что это, во-первых, целый модуль программы воспитания, во-вторых, это тоже положено по федеральному государственному образовательному стандарту, и это тоже такая форма отчетности, но это и нам самим хочется, чтобы наши дети на выходе из школы хотя бы примерно определили для себя направление своего дальнейшего развития. Не потому, что мама сказала или приятель пошел, а потому, что это на самом деле ему интересно, и он осознанно идет в том или ином направлении. Как раз эта платформа позволяет именно сделать такой осознанный выбор. Причем по шагам, начиная с тестирования и заканчивая уже вот аналитический отчет школе. Я завершаю, коллеги. Вам в помощь всегда наша платформа просвещения и поддержка, где всю необходимую для себя информацию вы можете найти. В частности, вот недавно у нас проходила предметная неделя всероссийская, и вот с этого слайда вы можете выйти на сайт предметной недели, найти там 16 ноября, День учителя математики. У нас было 3 интереснейших трека, вы можете посмотреть в записи, и к каждому треку прикреплены презентационные материалы, еще и забрать себе в методическую копилку интересный опыт учителей из регионов, которые участвовали в нашей предметной неделе. Я, коллеги, хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов и, самое главное, здоровья. Обращайтесь ко мне с помощью любого канала связи, который здесь представлен на слайде. И спасибо вам за внимание. До скорых и новых встреч, коллеги.